В День народного единства Дагестан принял участие в акции «Я узнал, что у меня есть огромная семья». Под звуки национальной мелодии жители Кайтакского, Кумтыркалинского, Новолакского, Дахадаевского и других районов и городов региона, а также наши соседи из Чеченской, Кабардино-Балкарской республики и Ставропольского края, одетые в яркие народные костюмы, передавали друг другу условный привет – блюда национальной кухни и предметы искусства. Так участники флешмоба решили показать тесную взаимосвязь братских кавказских народов, объединенных в дружную многонациональную семью.